В Хабаровске наконец-то появится аквапарк. Это будет самый большой на Дальнем Востоке закрытый аквапарк среди городов с населением до 1 миллиона человек. Сегодня на берегу Амура возле почти завершенного торгового развлекательного центра «Броскомолл» состоялась закладка памятной капсулы. С подробностями Наталья Чернышова. Капсула для потомков. Аквапарк. В Хабаровске построят самый большой на Дальнем Востоке аквапарк. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, что намного больше подобных сооружений в крупных российских городах. В первую очередь комплекса – торгово-развлекательный центр «Броскомолл». Завершат в октябре этого года. Здание аквапарка построят рядом и сдадут до конца 2021-го. Динамика развития города Хабаровска налицо. Мы объекты сдаем и тут же новые закладываем. Так оно и должно быть. Город развивается, город развивался, город развивается, город будет развиваться. Будут строить новое жилье, будут строить новые объекты. Мы для этого и работаем. Здесь 60 тысяч квадратных метров. Только сама водная оздоровительная зона аквапарка составляет 22 тысячи квадратных метров. Ну, я просто назвал вам площадь зеркала воды 2150. Некоторые аквапарки, в том числе в Санкт-Петербурге, знаете, один из известных аквапарков, общая площадь 3000 всего лишь. Сейчас рабочие подготавливают стройплощадку, переносят инженерные коммуникации, с октября начнут забивать сваи. Аквапарк построят на средства инвесторов. Проект оценивают в 6 миллиардов рублей. При этом самые прибыльные торговые площади на первом этаже было решено отдать детям. После трагических событий в Кузбассе было принято решение инвесторам, даже не дожидаясь никаких решений МЧС, ничего, просто из проекта убрали данный детский центр четвертого этажа и переставили его на самую дорогую площадь, которая касается в аквапарке, на первый этаж. Торгово-развлекательный центр и аквапарк – это около 3000 новых рабочих мест. Проект принесет в бюджет края более 400 миллионов рублей. То есть это не просто объект, который будет давать рабочие места, это еще объект, который будет давать как раз поступления в большие налоговые бюджеты. Особенно касается бюджета Хабаровского края, все знают, что он довольно проблематичный. Наличие современного, грамотно оборудованного аквапарка, оно позволит практически круглогодично купаться нашим детям. Это очень важно. Знаете, эмоциональный фон нашего города сегодня наполнен вот тем, что да, нас услышали, нас поняли, для нас делается вот такая важная вещь. Весь проект, который реализует группа компаний «Невада», оценивают в 14 миллиардов рублей. Он состоит из трех очередей. После завершения строительства аквапарка здесь начнется возведение спортивно-реабилитационного центра, в том числе для маломобильных групп населения. Наталья Чернышова и Дмитрий Папуша. Смотри Хабаровск.